5 видов 6, Антон Голоцов. Ну, так вот выстраивает. Давайте на Евгения Крылова, который сейчас на третьей строчке делит вместе с Хорохордином. Вот он подошел выполнять перекладину. Пока разгоняемся. Перелет Ткачева прямым телом. Перелет ноги врозь. И еще один перелет. И вам хотелось, уже я чувствую, еще, да. И ну, еще хватит, один, как у Бондаренко, да? Да, ну, Антон Бондаренко, а это Крылов. Вот этот продев, это обязательный элемент, близкий к перекладине. Это итальянские или русские обороты, кому как выгодно говорить, мы их будем называть русскими. И двумя винтами завершают. Ну, ты знаешь, он все-таки не сорвал же программу. Она по базе, мне думается, будет чуть-чуть дешевле, чем у Бондаренко, а исполнение было у него... не на плохом уровне. Вот, видите, им, наверное, может быть, времени на разгон не хватило. Сейчас они взялись за ум и уже хотят удержаться. А вот Хорохордин у нас 23-й номер. Он на каком снаряде у нас Хорохордин? Сергей будет на вольных упражнениях. И тоже, кстати говоря, последним, как и Тихановский на Коньмахе. Вот, то есть, видите, как будет решаться судьба. Некий драматический финал всего этого мы с вами увидим. Да. Посмотрите, как отрывает парень. Вообще не видно человека, когда хорошо показывают. Нет его, а он опять приземляет себя на перекладину. Хорошо, сейчас показывали вот в повторе Крылова. Столько он перелетов, столько не было человека на перекладине. Так.